Традиционные соревнования по легкой атлетике прошли на центральном стадионе «Югспорт». В забегах на 60, 100, 400 и 1500 метров, в прыжках в длину и высоту приняли участие воспитанники спортивных школ города. В числе сильнейших – призеры спартакиады среди учащихся Кубани и лидер легкой атлетики в Сочи, кандидат в мастера спорта Екатерина Афлиди. В связи с каникулами и небольшим количеством спортсменов выдающихся результатов на состязании не было. Тем не менее, тренеры по итогам выступления отбирали сильнейших для выступления на городском турнире. Он пройдет в октябре.